Здравствуйте, уважаемые зрители. Пришла мне ручка Hero 909. Опять же, по наметке одного из моих подписчиков. Hero 909 пришла на сайта GearBest. На Алиэкспрессе таких ручек не было. Ручка, что из себя представляет ручка? Она, как пишет производитель, что это металл. Вес ее 31 грамм, длина 139 миллиметров и диаметр в широкой части 11 миллиметров. Стоимость ее на момент покупки 220 рублей. И доставлена она за 17 дней. В общем, что она из себя представляет? Это ручка производителя Hero. Видимо, что она идет только на китайский рынок, потому что здесь написано на английском и на китайском только одна надпись. Колпачок металлический, клипса жесткая, но хлипкая, скажем так. Жесткая, но хлипкая. Перо, как пишет производитель, стандартный, это 0,5 мм. Ну, это мы сейчас испытаем, посмотрим. Закрытое. Грип-секция такого вот черного цвета. Колпачок, собственно, тоже металлический, как пишет производитель. Здесь конвертер стандартный, хировский, с пружинкой. И здесь можно ставить стандартные картриджи, что мы и поставим. Совершенно стандартный картридж для того, чтобы ее испытать в письме. Это мы пока отложим. Но теперь уже расскажем более подробно о, как она пишет. Ничего себе! Опа! Представляете, только заправил картридж, она уже начала писать. Да, плюс, определенный плюс этой ручки. Hero 9. Ну, смотрите, впечатление об этой ручке. Большой плюс. При моментальном при вставке картриджа моментально она начала писать.
что немного не характерно для таких ручек, особенно для новых, когда еще они не смочены чернилами, у них фидер, поэтому сложно их расписать. Далее, перо такой средней жесткости, как вы видите, я пытался делать и тонкие, и толстые линии, но особо не различается. Можно приноровиться делать тоньше линии, чем линии с большим нажимом, но, скажем, не особо отличается. Стандартное перо, как вот пишет производитель, 0,5 мм, пишет немного жестковато, чуть-чуть вот еще бумагу, видимо, оно собирает. Ну, я все время это сравниваю с тем, что это все-таки новая ручка, и, может быть, немножко она должна пописать, чтобы достигнуть вот такой вот, скажем, мягкости письма. По внешнему виду ручка качественная, никаких претензий к качеству самой ручки нету. Кому она понравилась, ссылки на продавца будут под видео. Кому интересно, покупайте. Ручка достаточно приличная и своеобразная. Еще раз напоминаю, что это Hero 909. Ну, на этом такой наш обзор заканчивается. Кому понравилось, покупайте, задавайте вопросы, пишите. Да, заранее извиняюсь за какие-то звуки, которые присутствуют на записи. К сожалению, приходится открывать окно, поскольку достаточно тепло уже на улице. Школьники и прочие детвора скачут и прыгают, играют в футбол, поскольку весна. Поэтому прошу извинить. На этом все. До свидания. До новых встреч.